Твери ежедневно проверяют качество работ по расчистке крыш от снега и наледи, а также содержанию придомовых территорий. Рейды проводят представители администрации районов. Какое наказание ждет нерадивую управляющую компанию, вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. Ни одна зима в городе не обходится без ситуации, когда ледяные глыбы падают на припаркованные автомобили у домов или, гораздо хуже, на прохожих. В соответствии с правилами благоустройства Твери, зимой собственниками или управляющими компанией должна проводиться своевременная очистка крыш от снега, наледи и сосулек. За соблюдением правил следят специальные комиссии. Сброс снега, наледи должен осуществляться только на внутридворовые территории. При отсутствии возможности такого сброса на территории, которые выходят на территорию общего пользования, автомобильные дороги общего пользования, тротуары, предназначенные для передвижения пешеходов, должны незамедлительно все снежные массы и наледь, которая оказалась на тротуарах, немедленно вывозиться. В случае, если управляющая компания не производит вовремя надлежащую расчистку, составляется протокол об административном правонарушении. Штраф для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Но это не самая опасная ситуация, которая может возникнуть, поскольку своего рода административная ответственность – это такая красная линия, которая отделяет от более тяжелых последствий юридических для тех лиц, которые не исполняют возложенные на них обязанности. То есть здесь может быть в диапазоне от нарушения правил безопасности при производстве работ до статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прошлой зимой в Твери признано незаконными бездействия 30 УК, которые несвоевременно удаляли снег и наледь с кровель, козырьков, карнизов и балконов жилых домов. Сейчас администрации города ведется подготовка комплексов фиксации нарушений в автоматическом режиме, допускаемых управляющими организациями при работах при расчистке кровель.